Всем привет, ребят. Мы посмотрим сегодня игрушку. Это у нас рогалик 21 года выпуска. Постоянно обновление. Даже вот сегодня какое-то обновление вышло. По идее, он сделан вообще очень просто. Если не ошибаюсь, сделал его один человек. Он сделан прикольно. Такой заставляет посидеть часами. Просто вот, ну, в расслабоне. По идее, управление там всего вот крестик, крестовина обычная. То есть можно на клаве, но я буду играть на геймпаде просто, потому что чуть-чуть удобнее на стике управлять. Ну, прокачка, персонажи, все прикольно. То есть это помесь рогалика и РПГшки такой. Ну, как бы так. Все очень просто и элементарно. Давай посмотрим. Я тут немножко перед стримом поиграл, как бы позалипал, тяжеловато оторваться. Кстати, игра еще выходила, у нас вышла на Android в альфа-версии, так что можно при желании еще на телефон скачать, как бы тоже хорошая убивалка времени. Ладно, поехали, начать. Открыл я, значит, вот этих, сначала дается только один персонаж, а потом уже за деньги открываешь вот этих вот троих, ну и потом еще вот. Эти у меня пока закрыты, он 7 соток стоит, тоже 700. Ну давай вот посмотрим, что за порта такой. Имеет 30% к размеру. К размеру чего? Не знаю. Начинает с временным бонусом к откату. Давай. Ага, у нас тут еще уровни появились. То есть главная задача игры — это продержаться 30 минут. По-моему, я продержался минут 15, и открылись уровни. То есть первый уровень — безумный лес, библиотека еще. Потом еще какие-то уровни. Ладно, давай просто с первого уровня. Стой. А в библиотеке сколько там надо прожить? Ага. То есть плюс 25 скорости у тебя еще и библиотека появляется. Ладно, давай так. Вот и все, вот и вся игра, по идее. А, ну нифига, ну прикольный, кстати, персонаж. Просто молниями всех разбомбил. А, чарующий жезл, наверное, да, возьмем тоже. Рандомно стреляет. Да, нифига он мочит, кстати. Персонаж нарисован как Castlevania Symphony of the Night. Я смотрю. Алукард там также был нарисован. Так, кнут, голубь, огненный жезл. Давай огненный жезл. Вообще желательно тут качать что-то одно всегда. Ну а там уж как рандом выпадет. Что-то молнии как-то не очень быстро у меня начали стрелять. Видимо, это в начале только был какой-то бонус. Ладно. Это у нас такой мини-босс. Так, чарующий жезл с ВТ. Ну давай жезл так и продолжим качать. Лутбоксы подъехали. Давай. Еще один жезл. Ну, то есть уровень жезла там второй или третий, короче. Ладно, окей. Окей, давай. Но шпинат корона. Шпинат, по идее, увеличивает наносимый урон на 10%. Давай, давай шпината. Вообще в идеале найти чеснок. Чеснок и Библия. Это вот самые такие имбовые шмотки. Ну, точнее, чеснок получше будет, чем Библия. Давай подберем.
денежков немного. Так, кольцо молнии уровень 2. По идее, надо будет мне, конечно, и пустой том, и кольцо молнии. Хрен его знает, что лучше. Давай кольцо молнии, наверное. Почаще будет, побольше ударов молнии. Каждый определенную, в определенные минуты игра подкидывает тебе там толпу этих скелетов. Толпа сейчас пока. Толпа мышей. Урон получаем, но близко к ним не подходить. Главное правильно двигаться. Но смотря какой у тебя персонаж тоже, смотря какое у него оружие начальное идет. Ну и плюс еще как тебе благоволят боги рандома. Так, давай еще шпинат. Ну, за этого персонажа начало было, конечно, прикольно, он молния всех поубивала, но потом что-то как-то не очень часто она стреляет. Желательно, блин, участить эти удары. Попробую дальше далеко не уходить, не двигаться. По идее, какие-то плюшки-то должны быть на уровне еще, если передвигаться в определенные стороны. Кольцо молнии, огненный жезл. Да давай кольцо молнии. Будем по площади лупить. Больше. Ну, сколько маны валяется. Точнее, не маны, а это... Экспы. Так, пустой том. Да, вот откат оружия. То есть у меня молния еще чаще будет лупить. Как-то босса уже успел умудриться завалить. О, тут бокс. Плюс еще монетки. Так, мне значит дали два жезла и один, по-моему, огненный меч, да? Или огненный жезл? Да, огненный жезл. Базовый урон на 10. Ну давай. Еще. Кольцо молнии, да. В принципе, получается отбиваться. Так, пустой том. Там был это, по-моему, огненный жезл, но ладно. Мне нужно почаще, чтобы молния лупила на площади. Каждый уровень тебе дают определенную способность. Иногда, конечно, фигня какая-нибудь выпадает. Так, жезл. Так, на пятой минуте, короче говоря, надо запомнить, что у нас прилетает кольцо из этих товарищей. Он как молния мне хорошо расчистила тут народ. Он в середине босс богомол. О, исчезли. То есть надо продержаться в этом кольце определенное время. Я вот не знаю, попробовать богомола завалить. За него, наверное, что-нибудь прикольное даже. О, богомол упал. Ну, обычный, по-моему, около сотни монет обычный ящик. Еще жезл. Давай. 55. Уже почти 300 монет на стрик.
побольше бы лупила молния, было бы замечательно. Где-то на 20-й минуте там вообще практически ничего не видно. Все в этих, все в мобах. Но там надо еще, соответственно, прокачаться. Ну что, как первое впечатление? Да, вот посиди, посмотри, но она прикольная, я серьезно говорю. Я тут перца Лукарда открыл только что. На работе самое то залипать. Правда, жалко то, что на Android альфа-версия. Может, потом появится. О, магнитосфера. Сейчас, по идее, вот эта магнитосфера, она, ну, она помогает. Он, видишь, как что творить помогает. Чеснок, наконец-то чеснок. Чеснок — это имба. Паш. Правда, прокачанный чеснок. Клевер, корона, Библия. Ну, давай Библию возьмем. Побольше защиты будет вокруг меня. Зеленые пока самые такие жирненькие мобы. Бля, меня окружает. Надо валить. Чесночка бы сейчас где-нибудь левела 7-го, было бы вообще ништяк. Ну как молния вышибает у них хорошо. Ну, по площади урона в Африке, по площади. Все. Прорвался вроде. Опа. Так, давай кольцо. Конечно, магнитосфера — это забавно, но, в принципе, пока вроде все успевают собирать, давай кольцо молнии и еще один снаряд плюсом. Надо больше урона. Шпинат, да. Чтобы посильнее выщелкало этих ребят. Шпинат, он, по-моему, на все действует. Кроме чеснока, если я не ошибаюсь. Что, за мини-босса ничего не дали? Как-то печаль. Тихо, я урон получаю. Ну вот и такие факелы надо разбивать. У них либо бабки, либо курица. Вон, пожалуйста, курица. Сейчас подот. Опа. Ну вот это прикольно. Крест. Вот что крест животворящий делает. Да, да. Примерно тут имба собирается, ну, каждые минут 20-30, это так. Ну, по крайней мере, близко к имбе. Как... О! Прям всю шайку-лейку разбомбило. Ну так, огнемет. Тоже прикольная штука. Надо действовать недолго. О, давай, в толпу. Вау! Ништяк. Да, вот игра или вообще элементарная просто. Ну, прикольно. Так, вот давай попробуем держаться рядышком вот с этим. Вот. Я еще, по-моему, такую мышь не убивал. Блин, ну ее закрывает, не дают ее валить. Давай мелких положим. О! Так сразу у них проведело. Эти мыши красные довольно-таки жирные тоже. А, чесночок. Ништяк. Вот уже, ближе к делу. Сколько? 2000 мобов я уже положил. Прикольно. Так, мыши. Блин, вот туда бы вернулся. Тихо. Обойдем. Так, пожили немножко. Ты богомол тут тоже. Что делать-то? Хотелось бы и богомола завалить, и мыши тут тоже давят, я смотрю. Ладно, попробуй завалить богомола. Может быть, мне чеснока хватит. Давайте дохну. Если нет, придется прорываться через этот. О, все, задушили меня. Она. Да, все.
Рогалик, рогалик. Тут подыхаешь. Что там какой? 19 левел у меня был. Так-то прикольно. Какие-то четки сам собрал. 400 этих монеток, да? Давай посмотрим. Усиление. 480. То есть, если ты клевер, допустим, вот этот собираешь, что это? Ну, шпинат. Шпинат собираешь, у тебя, короче, вот он будет уже с плюс один левелом. Увеличивает он на 7 урон. Ну, давай потом накопим, будем шпинат качать. Поехали. Хотелось бы, конечно, вот и других персов пооткрывать. Арка какая-то. Время отката оружия уменьшается на 5% каждые 10 уровней. Ну, ты попробуй еще заработай каждые 10 уровней. Первую десятку-то несложно набрать, а вот потом уже по следующей. Надо много времени. Так, ладно, давай за порту еще раз. Первый левел. Музяка такая. Чисто денди. Вот начало за порту прикольное, конечно. Просто с копыт. Да. Молнии еще. Сначала просто убивает всех врагов, но потом молнии гораздо реже лупит. Ну, в принципе, нормально. По идее, тут самые такие, по-моему, не очень персонажи. Это типа Бельмонта. Он просто у него кнут, он коротенький и все. Лупит перед собой, как бы. Самый начальный персонаж, ну, не очень мне понравился, по крайней мере. Остальные вроде неплохо. Как бы за каждого можно начать и собрать хороший билд. По-моему, вот сегодня, или вчера вышло вот обновление, там добавили еще 16, по-моему, персонажей. Или вместе всего 16 персонажей сейчас на данный момент в игре. Что-то такое. Буквально там новость ВКонтакте прочитал. То есть молодцы разрабы, занимаются игрой. Если не один этот человек вообще делает. Ну, что-то как-то вообще не густо молния лупит. Библия, бычье сердце, крылья. Ну давай, наверное, Библия. Восстановление здоровья — это штука прикольная, но каждую секунду 0,2 это... Надо очень долго жить. Да, Библия. Библия хоть как-то будет защищать. А вот иконки всяких оружий, там топоры и Библии, это все прямиком с костылеванием прям. Вот, красненькая сфера. Нормально она опыта накинула. Сердце, клевер, нож. Давай, наверное, с ножа зайдем. Нож просто вот, по прямой. Ну как в костылевании. Когда кольцо появится на 5-й минуте, может быть, попроще будет его разбить. Потому что внутри кольца не всегда получается продержаться. Ну тут чеснок. Чеснок самая такая крутая штука. Попробуем пока по кругу ходить. Плюс-минус. Смотрим, что получится. Ай-яй-яй. Ну, еще дамага влетела. Да, давайте еще молнии. Ай, не успею. Говорят, то, что тут удобнее как бы как змейкой двигаться. Ну, там, видимо, смотря тоже, да, какой персонаж у тебя. О-о-о-о, от всей толпы, короче, урона влили. Угу. Ну, мне дамага не хватит скелетов.
какую толпу развалить. Все, хана. Давай замок. Я мало чего открыл, конечно. Но это же рогалик. Так. Да. Целится в ближайшего врага, обладает эффектом бумеранга. Ну, понятно, он летит недалеко и возвращается обратно. Ну, лучше, наверное. Ну, топор тоже хорошо. Но он кидает его просто вверх, никакого радиуса поражения. Давай крест. Ну, тоже такой себе, смотри. Хотя получше, чем топор. Вроде как. А посмотрим, как на более сильных врагах будет действовать. Ну, чаруюсь. Давай, Джазл. А скачка всегда долгая, а потом начинается вообще трешак. Главное, чтобы рандом хороший был. Чеснок жалко, редко дается. Босс подошел. Ну-ка, давай, позырим. Как-то так. Давай, жезл еще. Угу. А этот крест у нас летит очень рандомно, насколько я понял, да, в разные стороны. Как мне подобрать бы это? Вот это вот. Да, жезл еще давай. Бамбурики валяются. Сейчас хапнем. Ну, маленький мешок, это 10 золотых. Тут, наверное, если все прокачать, как бы... Вот, все усиления купить, то можно начинать вообще очень хорошо. Только там, что тебе не дают, сразу же практически полуимба получается. А, тут и играть тогда надо очень долго. Да, кольцо молний. Замораживаем. Вообще в идеале просто надо собрать такой билд, чтобы стоять здесь, и все, тебе никто не подойти не мог. Тогда будет круто. Да, жезл давай. Жезл, да, собрал? Да, жезл. Я видел то, что тут есть такой персонаж, дед, короче говоря, вот он сразу с чесноком начинает. Дед крутой. Ну, тут, наверное, надо очень много чего пройти. Ну, пооткрывать всякие плюшки. А, все, хана. Замудился. Иногда не совсем видно, как ты урон получаешь. Ну, то есть, расстояние от тебя до моба какое. 433, ну давай посмотрим, может что-то качнуть можно. 380, но остальное мне не хватает. 240, ну. Хорошо, что можно сбросить все усиления вообще. Ладно. Давай мы, короче говоря, оставим пока бабки. Новых персов нету. Алукард прикольный. Правда, тут его...
по-другому называют. Ладно. Шанс временно заморозить врагов, но это только шанс. Какой? Какой именно? Процентный, я не знаю, так что давай это. Хрена, то, что тут можно запинаться вот за подобные предметы. Иногда очень можно хорошо тебе напортачить. Крест, нож. Ну, давай, наверное, крест. Нож прикольный, но не часто вылетает. Ну там босс, давай попробуем вальнуть. Тебя, наверное, меня быстрее кружат просто. Куда-то хп-ка прилетело. А, не хп, а экспа. Да, шпинат. Шпинат. Прокачанный шпинат немножко. К тому же. Можно вокруг курицы крутиться, чтобы если что урон получить, сразу сожрать ее. Да, кольцо молнии. Слушай, а бумеранг неплохо, кстати. Прям нормально вышибает. Блин, от курицы свалил далеко. Ну куда по большому радиусу обойдем? Диаметр точнее. А так вот. Отведем в сторонку всю толпу. Курицы не подходить близко, то она их хватит сразу. Крест, кольцо. Ну давай кольцо. Я чуть не зажали. В центр, туда. Там больше. Жезл, топор, сердце, блин. Ладно, давай жезл. Реген дело хорошее, но я бы его прокачал, чтобы он как-то побольше восстанавливал, что ли. Хилы тут и так валяются. Сама мне, по-моему, самое время курицу подбирать. Блин, тут народу что-то много. А? Ништяк. Библию давай. Это попадается, надо бы ее, конечно, качнуть тоже при возможности. А тут все надо качать при возможности. Тихо, ай, блядь. Я в траве запутался. Сюда, сейчас две монетки.
Я что, типа, ни одного босса даже не завалил? Чеснок. Наконец-то, блин, тут как бы все три предмета были полезны. Такой рандом. Чеснок редко попадается, но штука крутая. Да, давай, Джазл. MR.toast. Как-то мне Библия лажет, что-то она не очень. Ну, если Библии этих много, то очень круто. Она как почти как, ну, чеснок, короче. Только чеснок лучше, естественно. Библия исчезает после какого-то времени, потом обратно появляется. Ее чаще дают, но тоже неплохо. Главное, чтобы вокруг себя кольцо прям могучее-могучее, непробивное сделать. А каким образом? Ну, тут либо чеснок, либо Библия. Тут больше ни хрена. Если выбирать не из чего, то придется выбирать из говна. О, тройной лутбокс. Чай бамбуриков накинут. Угу, еще, короче, в общем, дали мне шпинат, чеснок, кстати, чеснок на яйца похож. Чеснок и крест еще один. Давай. А чеснок тема. Сейчас на пятой минуте, да, у нас пойдут... на пятой минуте сейчас пойдут эти, как у растения. Чеснок, шпинат, Библия. Ну, естественно, чеснок. Гадалки не ходи. Так, аж жизни у меня немного. Хер его знает, может получится прорваться. Давайте выдохните. Может кто-нибудь-то... Так, ну ладно. Не получается пробить оборону, но вот тут. Стой. Опа, опа, опа. Где босс? Где босс? Бля, да куда он делся? Вот он. Богомол. Готов. Тройной лутбокс. Да. Еще бабок дали. Давайте чеснок. Сразу в тройном экземпляре. О, ни хрена, пятерной лутбокс. Библия, ну, такое. Пойди вот, все полезно. Пойдем, наверное, повыше. Там, по-моему, экспы до хрена валяется. Но эти черти пока жирноватые для меня. Ну вот видишь. Вообще, по идее, все не очень. Давай, клевер. Неплохо вещества, но хоть что. Ну, уже можно и вниз сползать потихонечку. Че, как жахнем молнией, если прокачает. Прям что все разлетались. Ну и чеснок. Было бы тема-тема вообще. Она, по-моему, жопа минуты с 15 начинается. Крест, Библия, да, давай Библия. О! Экспына прилетала. Сейчас вторая волна полетит, по идее. О, там еще мини босик. Ай-яй-яй-яй. Близко. Удачи, чеснок, ништяк. Оп. Вот такое. Единичка.
маленький лутбоксик. Библия еще. Давай. Библия тоже, в принципе, сколько у меня, я не знаю, 4, по-моему. А, да, Библии 4, крест тоже 4, жезл 4, молния на 5 и чеснок на 4. Мыхтяк, чё? Блин, сейчас бы курятинки не повредило. Ну-ка, давай там посмотрим. Вот тут, вот она, курица. Пойдем дальше истреблять их. Надо вот как-то потихонечку туда возвращаться. Чеснок. Сегодня прям чесночный забег, короче. Ну как чеснок укашивает просто всех. Сейчас мы тут хпшки наберем. Экспы. Вот с хп что-то не очень густо. Кольцо, ну да, давай кольцо еще. Жахать так жахать, короче. Вот, ну-ка, давай, 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 давай сюда. Сюда все. Че, ни одного этого с курицей нету, что ли? Надо искать. Так, да, кольцо молнии, естественно. О, бах. Пошли собирать. Восьмая минута, ну девятая, считай. Вот, попробовать надо вот этого товарища захерачить. По-моему, я его еще не доводилось мне его убивать. Но тут красный мешается сильно. Блин. Тут не судьба его убить, если только случайно. Хотя, может, прокачанным чесноком нормально будет. О-о-о-о-о. Вот, вон курица там. Крест, жезл, давай жезл. Чпок. Ой, еще курица. Нормально, поправились. Еще, их, еще экспы прилетело. Блин, красные, конечно, мыши это жесть. Она нереально, надо будет богомола завалить. Там, кстати, сундук какой-то открылся. На-на-на-на-на. Сейчас опять кольцо возьмут и все, у них она. Надо валить. Богомол штука хорошая, но, по-моему, нереально. Слишком много народу. Погоди, вроде даже... Бля, нет. Урона прилетело много. Пробовать мелочь раскидать. Так, да, кольцо молнии. Вот такое. Гигарочку заработал. Еще крест. Пойдет, в принципе. А что растение? О, растение, думаю, не исчезает какое-то. Ай-яй-яй. 11 минут продержался. Тостер. Курица справа. А. В этом хаосе просто, ну, тяжеловато все увидеть. Так. Ну, у него огненный жезл в арке. Мартачо. Это скелет, у него просто кость. Рандомно выпрыгивает. Я вот не знаю, персо открывать, либо этот, либо усиление бахать. Денег-то не густо.
Потом редко дается. Шпинат, по-моему, тоже что-то как-то в последнее время не часто выпадает. Подожди, а где чеснок? Чеснока в прокачке нет. Но он типа настолько имбовый, походу, да, что... Его типа и качать-то нехер. Ладно, давай силу. Глядишь, шпинат начнет сыпаться. Вон там, экспы побольше. Пошли туда. Кольцо. Наверное, у игры какие-нибудь хитрости, типа начинать надо вот тем-то перцем, надо то-то делать, типа там идти в начале уровня куда-нибудь в одну сторону, то потом что-нибудь есть. Я вот прямо ее жду на мобиле, когда ее нормально на андроиде сделают. Вот не альфа-версия, а когда полноценная выйдет. Ебать, она будет залиповая вообще. Правда, наверное, для такого количества мобов и трубка должна быть неплохая. Блин, столько объектов сразу на экран вывести, это, конечно... Надо сдюжить по процессору. Пинат. Прокачанный. О, сразу два левела, нихрена. Значит, за какого-то моба мне прилетела плюс еще какая-то плюшка. Такое бывает. Некоторые мобы дают типа тройное там или сколько там? Четверное. Спа. Достаточно один раз чеснок собрать, и уже вокруг себя как бы можно не так быстро носиться, вокруг тебя уже как бы хорошая защита создается. Да, чеснок. Шпинат тоже, конечно, хорошо, но чеснок нужнее. Вот такие вот волны как раз мочить. Третья полетела. Крест. Лавр я еще не собирал, но по-моему он такое. Так, попробуем постоять как раз напротив мышей, как бы. Я думаю, нормас. Прям на месте их уничтожает. Да, никто не прорывается. Сейчас как экспы нахватим, как следует. 2 минуты, 3. Давай до 3 минуты. Экспла. Давай кольцо молнии. Шпинат. Чай клевера возьму еще. Все, стоим. Ну, сейчас босса завалим. Вся шайка лейки прилетит. Ну почти всех убил. Так, а тут... Ай-яй-яй, близко подошел. Надо как-то между ними удачно лавировать. Бля, мышь, ты сдохнешь, не? Увеличивает максимально на 20%.
Я знаю, сейчас курицы не очень много попадается. Давай Библию. Дополнительное кольцо вокруг себя. Не повредит. Ну вот что-то такое вот уже. Интересное собирается. Да, чисто. Я видел, как чуваки доходят где-то до 25 минуты, там просто все на экране другого места нет. 25-30 вот минуты. Там ничего не видно. Все в мобах. Да. Можно было не замораживать. Подождать как раз, когда у нас богомол появится. Ну ладно. Блять, еще одну собрал. Ладно. Будем прорываться через растения так. А эти что, чуваки заглючили? А, они умерли, короче, во время того, как я замораживал. Ура! Чеснок, есть! Вот ништяк. Так, ну давай вот так постоим. По идее, зеленка с левой стороны должна отъехать в скором времени. Бля, ну они... Они еще более плотное кольцо делают. Ну, что-то такое получилось, в принципе. Все, продержался. Давай богомола валить. Далеко не отходя, чтобы они все всегда в круге находились. Ну, по богомолу ништяк прилетело все. Ай-яй-яй. Ну, давайте выдохнуть. Я вернусь за сундуком по-любому. Шпинат, да. Чтоб жахало, так жахало. Лутбоксик маленький. Еще кольцо. Давай. По-моему, максимально у каждого оружия 8 левел. Все остальное потом только вот из таких ящиков выпадает и докачивает уже на, ну там, на плюс уровень, короче. Триста монеток. Короче, зеленки окружает. Надо куда-то валить в сторону. Пойдем тогда экспу пособираем. Как раз там вся толпа свалила оттуда. Походу факелы появляются тоже рандомно. Их как-то больше становится со временем. А, ну-ка, иди-ка все сюда. Да, вот зеленки все портят. Так-то можно было бы всю толпу раскидать. Угу. Чеснок. Да, чеснок, конечно. Чеснок берем всегда. Экспы прилетает, но, блин, они меня в кольцо берут. Забирают. Да, чеснок. 6 левел. Ай-яй-яй, блин. Я расстояние опять не рассчитал. Что-то мышь не хочет дохнуть.
Ни в какую. Сокровище. Правильно, был лутбоксик. Угу, чеснок, шпинат и кольцо. Да все, все ништяк. То, что я как раз собираю. Жаль, молния редко бывает. Ну, да, это надо качать. Это надо прям, чтобы она лупила. То есть сначала молнию прокачать, чтобы ее больше было. А потом, чтобы она и бахала чаще. Это надо том собирать. Красная такая книжка. Она перезарядку увеличивает. Давай всех заморозим. Вертем собачь. Полупим. Давай магнитосферу. Немножко побольше будет прилетать ко мне опыта. Так, ну народ пока и так разваливается. Давай чуть-чуть двигаться в сторону. Вот. Эти товарищи не очень жирные, так что нормас. Давай крест. Жезл, конечно, было лучше, но нужно, чтобы он прокачан был. Будет он на первом левеле, он стреляет редко и немного убивает. В смысле, он не очень сильный. Красные мыши поперли, но тут уже без вариантов надо валить. Бля, вот это был мышара завалить. Пизда, они в кольцо берут и все. А? Жахнуло. Надо, чтобы молния вообще лупила без конца. Бах-бах-бах. Забыт клево. Плюс чеснок и, ну, и Библию, допустим, на всякий случай. И все, и можно стоять на месте, ничего тебе не сделать. Опять. А, ну да, 10-я минута. Вот тут могут, по-моему, да, вот эти растения застрять. Можно будет прорваться через кольцо. Блять, там... Тут боксик выпал. Жадность фраера погубит. 500 монет я собрал. Еще крест. Неплохо, но не так, чтобы очень. Попробую богомола валить. Ай, блядь, не пизда. Вот мужик с чесноком, его позову 7-го левела. Давай, по. Сколько стоит? 7 соток. Имеет 25 к радиусу сбора и минус 30 от максимальной ОЗ. То есть ХП у него маловато, но у него, во-первых, магнитосфера, и стреляет он сразу же. У него чеснок есть. Живем. Я думаю, с библиотеку давай посмотрим, да? Пил, то это кто? Нож, топор. Давай нож. Фишка библиотеки всегда двигаться в левую сторону. Там много всяких прикольных штучек валяется. Взяка поживее стала. А чё так много народу? В самом начале-то. Вы не охуели? Очка бы еще побольше. М-м-м.
по идее, тут не совсем на площадь надо, потому что, ну, у тебя ограниченное пространство, и ты идешь всегда влево. Крестом прорывать себе толпу, как вариант. Давай крест попробуем. Музыка на Кастельванию похожа, Symphony of the Night, которая... Там было что-то такое подобное. Теперь... Пойдем вперед. Тут нового больше. Ну, соответственно, и этот... XP больше прилетает так-то. Сначала живее выходит. Да, жезл, да. На таких столиках надо, там томы валяются и все такое. Вот. Надо искать. Они наверху и где-то в середине бывают. Угу. Чеснокам не хватило, короче, прям небольшую толпу разбить. Ну, будет их чуть побольше, не хана. Нож, да, нож. Прям что вперед топить. У нас. Головы горгоны, да? Медузы. Это место мышей. Чеснок. Жизнь-то налаживается, да? Кстати, можно постоять. Чеснокам не хватает, чтобы удержать всю толпу. Да, жезл. Эксты сразу прилетел. Так, давай, наверное, двигаться в сторону. Чеснок, естественно. А что-то ничего не... О, боссик. О, какой-то кастельвании был такой босс. А, ну да, да. Традиционный, по-моему, кастельванский босс, там мумия. Правда, у богомолов я там не помню. Так, мы вокруг него толпу подразобьем. Крест или кольцо? Ну давай крест. Кстати, у меня нож откуда-то еще появился. Я не помню, чтобы я его брал. Еще нож. Ну давай. Соточку накину. Ну тут определенно быстрее экспас собирается. На третьей минуте у меня уже там... Так, шпинат. На третьей минуте у меня уже 10-й левел. Похер заморозить. И, кстати, тут еще что удобней на, ну, на этом уровне, то что тут противники идут с двух сторон. А не со всех четырех. Так что, собрав хорошую сборку, есть резон пройти этот левел быстрее, чем первый. Чуть задел. Естественно, чеснок. Я вот, кстати, наручи никогда не брал. Я даже не успеваю прочитать, что они там дают. Наверное, броню просто.
Что-то пока никаких плюшек нет. Надо, наверное, бежать до первой плюхи, надо, я не знаю, минут 10. Да, естественно, чеснок, что-то даже раздумывать нечего. Ага. Ну, вроде отбивается. Как босс интересует. Так, пускай крест будет. Оп. Тихо, тихо, тихо. Чистим. Сокровище. На пятой минуте я уже 1500 мобов положил. Значок. Еще яйца прилетели. Давай, яичек. Яички. Пускай нож будет. Не, второй уровень, по-моему, явно проще. Скорее всего, уровни, если я не ошибаюсь, открываются после 15 минут прожитого предыдущего. Да, и Библия. 15 минут продержаться на одном левеле. Все, окей, открывается следующий. mr.toast. Какие минусы? То сокровище скудное, хочется плюс. 5. Ну, погоди. Там потом левел наверняка наваливают прям вообще. Ну, только отбивайся. Типа, ну, чем вернее босс, типа, тем лучше наград. Что тут валяется? Ладно, быстренько сюда заходить и быстренько оттуда съебываться, потому что зажать могут. Давайте, 5 урон получил. Да, шпинат. Я не знаю, шпинат усиливает чеснок или нет в совокупности. По-моему, нет. Вот эти бляди летучие, они еще взрываются, я смотрю. Фью, летит она. Ай, бля, я чуть не подох. А хилов тут, кстати, мало. Жаль, с мобов хилы не выпадают. Только экспа. Главное не торопиться. Давай тут. По чуть-чуть. Тихо. О, босс появился. Дерево какое-то. Ну, чуть зеленка какая-то. Увеличивает максимально на 20% получаемый урон. Давай побольше КП, но его нету. Может быть, потом, конечно, мне получится реген какой-то взять. Но тогда и придется пожить ним неплохо. Без получения урона. Так, давай курицу. Бля. mr.toast. Аккуратно. Да-да. Потихонечку двигаясь. В принципе, вполне хватает чеснока, чтобы как бы всех мобов валить, которые встречаются впереди. Потому что сзади там несется, так это. Там да, туда смотреть страшно. Опять единичка. Слабенький лутбоксик. Такой. Со стопочку. Еще Библии дали. Ну ладно.
Хотя, по идее, можно вот так вот, а, нет, ну. Я же думал, хоть побольше мобов, типа, покосить, вернувшись назад, как он там и впереди тоже жопа творится. Наш. Да давай, мам, наш, пускай будет. Качать надо что-то одно определенное, иначе распыляться будешь на все, как бы. Ни хрена не прокачаешь в итоге. Ого. Народ выебывает просто. Блять, а? Поставили перед выбором. Либо регенить себе хп, либо чесноком влить просто в толпу. Давай чеснок. ХП дело хорошее, но, блядь. Выживание гораздо важнее. mr.dost. Привет. Да ладно. Чеснок на самом деле важнее. Потому что с плохим регеном можно и не дожить. Ах, курицу я могу еще найти. Вот, теперь видишь, есть реген. А теперь его можно взять. Кстати, мини-босс еще какой-то появился. Головорот. Оп. Тоже простенькая. Ну ничего. Вот тут можно, в принципе, подстоять, покосить мобов пока. Ай, блядь. Эта гнида прям возле меня взорвалась, и я подох. Так, ну давай, я хочу еще раз деда, я хочу еще раз второй левел. Давай усиление. Усиление мы можем, чё, блин, на шпинат немножко не хватает. Так. Начнем-ка мы вот реген. Теперь регеном будет чуть-чуть повыгоднее реген, да. Да, библиотек. Ну тут сразу экспа валяется. Чеснок плюс 2, ништяк. Два левела сразу. Блин, может быть, на самом деле рестартить, пока тебе хороший этот не выпадет. Ну, типа, хороший рандом. Ну. Типа, пиздатый забег всегда начинается с рестарта. Как бы только-только зайти успел, уже хлопаю, уже чеснок второго левела. Лавр защищает от урона, когда активен. Но дело в том, что он пропадает периодически. Хрень, не очень. Он типа вокруг тебя какую-то сферу маленькую делает, но там до определенного момента ты получаешь урон, потом он исчезает. Когда активен, он становится хрен его знает. Давай клевер. Глядишь, может быть. Удачи себе. Много-много заработает. Так, давай-ка мы вот эту толпу подождем. Магнитосфера. Попробуем так. Вся прям экспа ко мне сливалась.
Еще 33%. Так, давай-ка туда слиняем. Курица, ну более 2. Почему ее не было, когда она была нужна действительно? Так, давай-ка, наверное, постоим просто. MR.Тостер. Вначале можно просто стоять, чеснок вывозим. Ну, даже сейчас можно стоять, в принципе. Я просто двигаюсь в левую сторону, потому что там есть тома. Тома, они увеличивают перезарядку. Хотя, в принципе, имея чеснок, тебе перезарядка как бы не особо-то и нужна. Давай, жезл. Чеснок вывозит, нормально все. Просто стоишь тупо на месте и все. Единственное, что может босс какой попасться. Шпинат. Пока справляется все. Вообще можно не париться. Сфера была некая. Да, сфера, давай. Будем увеличивать радиус сбора экспы. Мумии пошли, но сейчас босс будет. Тут придется подвигаться уже. Чеснок назад не откидывает. Да, чеснок, естественно. Ай-яй-яй. Что-то иногда как-то странно эти мобы двигаются. Босс, походу, очень мало урона получает. Вот, теперь его начало откидывать. Главное мне следить за всей толпой. Блять, вот тут все полезно. Все полезно, но чеснок нужнее, конечно. Будем надеяться, что бычье сердце дадут еще. Ах, ни хрена, а кто мне так задамажил-то? Вот уроды. Ну все, теперь придется двигаться в левую сторону. В поисках курицы. Либо ждать реген. О, реген. Теперь нужно просто пожить. Слабоватые какие-то сокровища постоянно в последнее время что-то падают. Шпинат. Ну, пойдет. К тому же он прокачан. Не знаю, качает ли шпинат и чеснок. Так, тихо, меня окружает, походу. Повыше чуть-чуть. По идее тут все как бы не особо, но давай, чтоб тылы вьетконговцев прорывать, давай нож, наверное, возьмем. Хотя по толпе пускай лупит. Попробуем в толпу лупить. Это происходит не часто, но похер. Естественно, чеснок. MR.Тостер. Пятый. Топор, видишь, он стреляет просто только вверх. Он не стреляет прямо, он не стреляет в бок. Он только вверх в основном стреляет. Такое себе. Это надо, чтобы у тебя... Блять, я подошел.
Я не знаю, кто меня задамажил. Тебе надо, чтобы персонаж строго вниз двигался, и он стрелял наверх, тогда все мобы будут стекаться на тебя сверху, и ты их можешь мочить. Ну, такое топор. Повторяю. Давай, жил. Блять. И тут где-то падла мне снесла почти все здоровье. Вот гнида. Будет ништяк, если чеснок вывалится. Нет? Ну давай, огненный. Куда надо подойти? Монетка. Пустой том. Ну естественно. Рестарт. Давай попробуем. Сейчас может как что-нибудь посыпется. Сначала типа не очень, а потом как очень дадут что-нибудь. Чеснок. Кстати, по-моему, смотря какой, вот я, допустим, когда за Лукарда начинал, чаще давали молнию. Когда за Варвара начинают, за него чаще ножи падают. За деда, соответственно, чаще падает чеснок. Да, жезл. Да, топор, ой, точнее, пустой том. Почаще будет перезарядка. Пока, в принципе, все вывозится и так, можно на месте постоять. Да, естественно, честно. Двину навстречу боссу, все равно отходить назад. Пробуем сейчас держаться в середине. Блин, и то важно. Ну ладно, давай пустой том пускай будет. Ко мне босс не может. Уровня до 10 зи можно не двигаться. Ну да, в принципе. Если тебе еще дважды чеснок выпадает, по идее так. Сейчас меня чуть не укусил, кстати. Один. MR.Toast. Уровня до 10 минус. Гойди, можно стоять. Вот, нет, ни хрена не можно. Все равно кто-то да прорывается. Ну, джезл, да ништяк.
Все ж плюсуется. Да, давай еще. Еще том. Надо бы похилиться чем-нибудь. Вот, все как-то не очень. Ну давай клевер. Хрен бы с ним. Так-то, в принципе, чеснок пока всех выводит, но вот бывает то, что один какой-нибудь, какая-то мумия прорывается и тебя грызет за жопу. По-моему, на 5-й минуте сейчас еще один босс будет. О. Курицу давай. Магнитосфера. И чеснок сразу. Давай чеснок. В принципе, можно его тут постоять. Пока что. Жезл, да. MR.Костя. Мне кажется, клевер влияет на шанс дропа сундука. Не только в сундуках, шанс дропа еще этого. То, что у тебя вылетает с... ну, подсвечники конкретно. Ну, то, что вот факелы ты разбиваешь. Тоже там, когда бабки, когда большой мешок, когда маленький мешок денег, когда этот, когда курица та же самая. Чеснок, естественно. В принципе, можно постоять вот вокруг этой штуки, побегать. Шанс дропа, что-то я не знаю, два клевера я, по-моему, подобрал, такое себе шанс дропа. Огненный жезл, да? Пойдет, у меня уже такой есть. Давай, наверное, шпинат, да? Потому что у меня стрелкового оружия много. Ну как, два. О, кстати, быстрее начал стрелять. Шмалялка. Вот, всю шайку-лейку расхерачил, кстати сказать. Ну, там остальные, конечно, не догнали, но нормально. Да, огненный жезл. Магнитосфера, конечно, нужна, но сейчас не особо. Ты говоришь рестарт. Видишь, можно потихонечку это собрать что-нибудь прикольное. Главное просто, наверное, знать, что собирать. Потом, наверное, будет посложнее, когда до хрена предметов разных будет сыпаться. Но, мне кажется, все равно чеснок так и имбой останется. Но если его не пофиксят, конечно. Ну, и, допустим, понизят шанс дропа чеснока. Я думаю, можно постоять. Бля, ну там эти куры летят. MR.Тост. Огненный норм по 45 дней. Огонь, да, неплохо, но стреляет редко. Стреляет и редко, и в рандомные стороны. А все, уже чеснок, видишь, чеснок не вывозит, походу. Ну-ка, давай. О, пошире кольцо. Размыкается. О,
Ну, привидения быстрые, кстати. Они могут нихер делать за намажи. Ну давай топор. Ну вот, вот и все, вот, вот и весь топор как бы. А, босс появился. И хрена, что-то он быстро сдох. Тройной лутбокс. Ну это уже дело. Давайте чеснока мне 8 вагонов. Нет. Том уже золото. Ну ладно. Ну и ладно. Да. Пошустрее, по-моему, дело пошло. Ну-ка, давай в толпу ломанем. Нормально? Нормально. Разматывает. Я бы даже, наверное, постоял, да? Главное, чтобы пути отхода были куда. Да. Эти сучки взрывающиеся, конечно, напрягают. Жезл, клевер, крест, крылья. Ну да, тут жезл только. Я думаю, чтобы хороший шанс дропа был, надо клевер качать как-то. Ну прям прокачать его за бабло. Чтоб типа клевер, если попался, то тебе это вообще типа с копыт вообще везет. Классно. А, шпинат давай. Будем наращивать мощь. Нормально, выкашивай туда. А, жезл, да, да. Там босс какой-то прилетел. Да. Нормально. Тихо. Экспу пособираем. Не, ну дело определенно быстрее пошло. Кстати, босс подох еще. Я его случайно замочил, походу. Давай чеснок мне. Большой. Жезл. Ну, тоже неплохо. Получает на 8% больше опыта. Ну да, в принципе-то. Лучше, чем некачанное оружие собирать. Хотя это дополнительный, по сути, дамаг. Вот хер его знает тоже. Но и то было полезно. Так, я уже выносить стал. Можно даже быстро двигаться. Так как прилетит, все. Давай топор. Хрен бы с ним, с этой магнитосферой. Штука прикольная, но... Так, я урон получаю. Тороплюсь, потому что... Да. Зеленые головы валятся, но вот эти вот крутящиеся коловраты как бы нет. Они пролетают. Бля, сзади что там, тут целая толпа идет. Вот так попробую постоять. 4000 мобов. Оп. Ну, Библию я не собирал, давай жезл тогда уж.
А, мышь пролетела. Давай мышь заблудением. Интересно, какой-то определенный этот дамаг больше получает, допустим, мышь от чеснока, там, не знаю, головы от какого-нибудь огня. Или похер. Так, да, давай, корова опять. Быстрее будем левел получать. 12 минут прожил. Надо явно в толпу врываться, кстати, вон там босс еще. Огненный заодно. И лутбоксик заодно. Слабенький, но зато родной. Что это такое? Это, видимо, максимальный жезл, походу, да? Потому что выглядит по-другому. Да, святой жезл. Улучшенный, чарующий жезл. Стреляет что-то там без конца, видимо, и края. Да, он теперь жезл лупит, короче, как в этом, как в Диабло у ассасина, когда прокачиваешь. По-моему, во второй части. А в ассасина можно вкачать такую способность и просто вот уничтожать всех. Вообще без конца лупит. Классная штука. Блин, да, давай шпинат, наверное. Ха-ха-ха. Вот, а теперь, наверное, жезл. Блин, или сердце. Ладно, давай так. Давай еще, короче говоря. Да. Ха-ха-ха! Замес пошел. Ебать, тулюще вообще. Всем досталось. Огненный жезл. А, нет, еще не максимальный, кстати. Но следующий будет явно максимальный. Шпинат, да. Не, ну походу имба почти собран. Почти. Постоим, попробуем так. Магнитосфера бы не мешала. Давай. Опыт. Люто, люто. Давай. Так, короночек. Чеснока бы еще. Левер, да? Не очень нужен, но что поделать. Пылесос просто. О, горгона какая-то там несется. Давай топор. Давай-ка мы ее подзахерачим сейчас. Ай-яй-яй, тихо. Я, по-моему, не справляюсь. Хотя не, вроде как увозит. Давай-ка мы их наверх всех потащим. Рано еще. Я вот подумал, что может быть побыстрее перемещаться, но... По-моему, наоборот, не всегда. С чесноком лучше быстро перемещаться.
Библия, топор. Да давай топор. Хватит, сколько ему этой какого. Экспы сколько валяется. За горгону, за жирную, столько мало дали. Ну, я думал на тройное хотя бы рассчитал. Че такое, че за череп? Такой еще не собирал. Адское пламя. Улучшенный огненный жезл подходит проходит сквозь врагов, требует шпинат. Понятно. А, шпинат голубь. Да, шпинат. Вообще, вообще прям скалкует должно укладывать всех. Да ведьмы поперли. Как уровень, да, быстро полетели. Давай топор еще. Да, с такими раскладами есть резон назад возвращаться. Эти ведьмы жирные довольно-таки. Ну торопясь надо. Шестнадцать минут прожил. Вчера тут какие эти метеориты с меня летят уже. Том еще. Вот он, наконец-то первая нычка. Взять, да, уровень шестой. Сейчас мы шустрее палить будем еще. Бля, ну если это не имба, то что-то около того. Да давай топор, да. Там сзади муж летучая. Да? Ну, я не знаю, в этом хаосе я, наверное, уже не найти. Я никого не вижу. Ладно, экспу пособираю. Клевер топор, давай топор. Да, ну нет тут никаких ушей. Мне, наверное, показалось. Может, она уже подохла где-нибудь. Какой у меня 42-й левел. Пизда вообще. Клевер, крест. Похер, пусть клевер будет. Ой-ой-ой, я поторопился. Я поторопился, на пролом пробежал, получил урона. О, босс какой-то еще. Так, ну босса явно надо от основной толпы держать на расстоянии. Думал, когда она подохнет. Вообще что-то тройных ящиков не цыпят. Ливер еще. Такое себе. Я думал, что-нибудь козырно. Чеснока дайте мне максимальную. Прям ведро что-то. Надо лечиться чем-то. По-моему, самая тема задуматься о регене. Ну и все тупо. Поднимать регента. И все. И можно даже уже, в принципе, остановиться и стоять. Как бы он тут просто всех ухуяривает. Но. Бывает, нет-нет, да прорываются они. Жезл и этот такой огненный жезл и обычный. У меня, по-моему, на максималке. А, клевер, броня. Да давай клевер, чего. Чтобы везло, так и везло.
Может, на сборку клевера какой-то перк откроется, ну или что-то в этом роде. Вот то. Ща как начнем лупить за всю хуйню. В принципе, он и так жирно уже, как с пулемета шарашит. О, кстати, вот такой вот зеленый босс был в Кастлевании Symphony of the Night. Батин-то, помню, сука, крови сколько попил. Ну, босс не подходит. В принципе, я вокруг себя все расчищаю. Давай, наверное... Еще пошустрее, чтобы у меня тупой регенилось, если что. Магнитосфера, конечно, побольше бы пригодилась. Бля, замес вообще. Че такие ящики-то слабые? Давайте мне там по 5 сразу. Кстати, эту игру можно на артмане взломать на циферки и все. Сразу себе въебать как следует всякий этот пожиратель душ. Улучшенный чеснок. О, я мы пожиратель. Надо этот какой-нибудь чеснока нужно было урон от перегара, короче, придумать. Пожиратель душ. О, пизда вообще. Все. Можно просто на пролом бежать и ничего не будет. Давай, реген на всякий случай. Все, теперь я полноценно могу двигаться с определенной скоростью. Ну, то есть, не сбрасывая, не останавливаясь, не притормаживая. И как бы похер вообще. Магнитосферу давай теперь. Теперь будем побольше собирать вокруг себя, ну, чтобы меньше двигаться максимально. Чтобы у меня персонаж был толстый. Толстый и жирный мужик. Я думаю, это имба. Я родная в Библии, да. Двадцать одна минута, еще 9 минут надо прожить. И типа все. 11 косарей мобов я уже положил, охуеть. Чеснок тема. Любого. То, что доктор прописал. Магнитосферу давай. Когда-то же все равно придется по-любому притормозить. Это какие-то пожирнее, по-моему, ведьмы. Тихо. У. Отбился. Нехотя. Бля, знаете, сколько экспы просто еще остается. Сокровище. Я думаю, тыщенку-то я соберу. О, магнитосфера. Еще одна улучшенная. Давай сюда. Еще одна. Да давай еще качнем магнитосферу. И все замерли. О, понеслось. Можно, конечно, на месте стоять, но я вот все тома ищу. Чтобы еще быстрее стрелять. Да, магнитосферу давай. О, потекло, потекло просто. Потекла экспа ко мне. А я пулесос просто. Куча сердца давай. И блин, наверное, куча сердца. Что происходит вообще?
левел наваливает люто. Минут, ну 6 минут осталось продержаться. Он там что-то, я уже какого-то мини-босса успел завалить. Сорянчик, я не хотел. А ящиков нормальных, кстати, так не дают. Еще Библия пойдет. Давайте заворачивать. Да, вот перед тем как появляется табличка готова, очень долго времени занимает. Так, тут, наверное, поаккуратнее надо. Сейчас с двух сторон сыпет. Да-да-да. Прорывает тылы мои. Вот здесь встану, хотя бы снизу не идут. Тихо. Ебать, так подохнуть можно. Тихо. О, ну тут мне, по-моему, повезло. Это моя дочка Тостер. Нужно еще оружку взять, есть место. Ну тут мне вообще, в принципе, повезло. Я Библию все равно буду качать. Они почему-то, я что-то сломал, и они все взорвались. Бля, еще волна. Там две курицы, надо туда валить. Прорывается. Блядь, жесть. Да, Библия. Слушай, ну походу вывез. Тихо. Жесть. Ну, мыши похуй. Мыши это шляпа. Да, Библия. Там какой-то хуй приперся. Это типа король, блядь, или... Ёпты. Черепа жесткие. Да, я не вывожу. Да, еще Библию давай. Потом, наверное, я не знаю. Крест, нож. Да хер, давай крест. Уходила. А не, нормально. Так, я хочу вернуться назад и посмотреть, что все-таки за него дадут. Такое. Бля, такой жирный босс, и за него один ящик. Еще крест. Похер, давайте. Я думаю, что еще будет какой-то жесткий замес. Еще 5 минут надо прожить. Крест. А чё это только один? Ух. Надо отвести босса подальше немножко от общей толпы. MR.Тостер. Хочу побегу глянуть, как она будет бить. Поебать, это все... А, нет. Я думал, все боссы на меня прут. Ладно, я бы тоже Библию глянул. Насколько она ништяк. 5. Ну, какой-то пососный ящик. 15 косарей мобов легло. Крест. Давай. Еще крест. Ебать, все зеленое. Так, нет, давай вниз. Опасно.
Они могут окружить. Главное через основную толпу пройти вперед. А остальные там догонят. Да, вообще, 20, еще 3 минуты, 2,5. Еще крест. Почему мне только одни кресты наваливают? Видимо, остальное может... Нет, там не все максимально прокачано. Пизда, там бот впереди. Так, а назад мне никак не отступить. Пойдем наверх-то потихонечку. Блять, там два босса. Еще и ведьмы против. Надо босса хвалить, можно максималка на Библию упадет. Еще крест. Стой. Давай, максимально Библию. Крест, хуй там. Ну давай. Ок. Ай-яй-яй, чуть в босса не впилился. Я нихуя его возле себя не вижу. Блять. О, большой мешок монет, жареный цыпленок. Цыпленок нужнее, потому что монеты монетами, а мне сейчас пол здоровья просто снесли нахрен. Я хотя бы подольше поживу. Цыпу давай. О. Вон там какая-то приблудка. Это все усеяно. А вот теперь монеты можно. Всего лишь 25 монеток дали за это дело. А, да. А, да, монеты. Они сейчас только это и будут давать, кстати. Каждый левел. Монеты, монеты, монеты. Тихо, 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 тихо. Блять, тут они боты пошли, кстати. Давай, 40 секунд. Жесть какая. Блять. Да, давай монеты. Следующий цыпленка возьмем. Пизда. Я не вижу ничего. Тихо. Я не прожил 26 секунд. Вот суки. У меня был, по-моему, максимально собранный топор. Чеснок, Библия, по-моему, крест. Наваливать какие-то плюшки. Улучшить чеснок. Еще 500 монет. Разблокируйте режим гипер для любого обычного этапа. Победите, ну, не Суферату в библиотеке. Получите чарующий жезл 7 уровня. Восстановите в общей сложности 1000 ОЗ. Клирика какая-то. Достигните 40 уровня библиотеки. Выживите 20 минут с любым персонажем. Короче, а, ну, по-моему, повторяется. Давай что-нибудь как усилим сейчас. Да давай, наверное, силу и реген. Даже еще можно что-то. Кстати, клеричи. Но все равно мужик с яйцами, дед с яйцами, самое то. Она какая-то магичка, я не знаю, стоит ли ее открывать вообще. Давай еще что-нибудь усилим. Количество выпускает на один снаряд больше всего оружия. Не совсем понятно, оно тебе сразу же будет на один снаряд больше? Или тебе надо конкретно это кольцо собрать?
Бездное проклятие. Увеличивает скорость за количество и частоту появления врагов на 10% за ранг. Оживляет один раз 50% ОЗ. То есть дважды можно сдохнуть. Но это конкретно, когда вот уже ты замят на 29-й минуте попадаешь. Тут не мешало бы еще разок подняться. Так. Что качнуть-то такого? Прям, ну не очень много прям предметов полезных. Срок, что это такое? Эффект от оружия длится на 15% больше с каждым рангом. Даман 72. Привет, Лайкос. Здорово, Даман. Спасибо. Размер, что это значит? Размер атак на 5% с каждым рангом. Размер атак. В смысле, у тебя, допустим, побольше фаерболы становятся, которых ты выпускаешь, или что? Хер знает. Ладно. Давай еще силу. MR.тостер. Магнит. Да магнит, видишь, магнит собрать надо. Магнит не всегда часто, не часто дается. Магнит надо собрать, как бы, а потом уже он тогда у тебя прокачанным сразу же дается. Но если вот получать шпинат почаще, то... Силы-то ого-го будет. Так он вообще, видишь, сколько тут предмет. Даман 72. Разных. Размер не имеет значения. Да, главное в размере лодки там, а не волнение океана. Предметов-то до хрена еще. Я даже половину не открыл. Хотя нет, почти половину. Наверное, оружия еще очень много разного. Плюс сегодня еще добавили какое-то. Давай, поехали. Ну, по-любому, дед с яйцами, он топ, он топ. Тут же левел. Да, Библия. Сейчас попробую постоять вначале. Можно начинать двигаться, в принципе, если у тебя этот, как его, да, чеснок. Начинать двигаться, если у тебя, допустим, ну, урона получил. А так, в принципе, с чесноком можно вообще не рыпаться. Он, типа, всех раскидает. По крайней мере, до 10 левела можно не дергаться. Крест, наверное. Вдруг вперед придется бежать. Уже почти пятый левел. Да, чарую Везл. Огненный прикольно, но редко стреляет. Я попробую сейчас опять то же самое собрать. Ну тут чисто как рандом ляжет. Там осталось-то, блин, 30 секунд пожить. 26. Да, чеснок. Да, прикинь, если бы можно было бы еще чеснок вкачать, короче. Просто, ну, собрал одну чесночину и все, и у тебя имбака. Ну, пускай там он бы дорого стоил, но дело бы того стоило. Я бы... По первости я бы чеснок прокачивал. Кнут, броня, корона. Давай кнут. Надо молнию еще на пебло стянуть. Ну, она, видишь, как-то точечно более бьет. В принципе, неплохо молния. Неплохо. Можно. Пока не дают. Я вон кнут взял, вот. По идее, кнут вот чисто вперед как-то лупит, ну такое. Среднячок. Неэффективно, ну в принципе как вот крест. Хотя нет, крест до конца экрана летит. Крест, броня, дупликатор. Оружие выпускает до больше снарядов.
Давай дубликатор. МР. Увеличим. И корону тоже надо, что минус. Было подлетие. Корону попозже. Надо сначала, блин, конкретно, чтобы дамаг прилетал. Ну, больше наносить урона. А потом уже опыт качать. Он и так как бы падает. Новая Эва. Что бы это значило? Нарисован чеснок и Эва. Написано. Реген потом, наверное. Давай, наверное, Библию. Библии надо перезарядиться, тогда ништяк. Тоже, в принципе, она как чеснок сшибает. Пустой том. Подожди, что-то такое ощущение, то что у меня еще одновременно сами предметы начинают как-то прокачиваться. То есть тут написано то, что у меня чарующий жезл эволюционирует с пустым томом дополнительно, походу. Блин, я не знаю, ну вообще по идее чеснок нужен. Давай чеснок. Чеснок берем всегда. Возьмем Добраил. Босс. Ну, первого босса без базара можно вторым левелом чеснока развалить. Да. Сейчас можно вместо огненного жезла, допустим, зайти с молнией. Если она будет даваться, конечно. О, пятерной, а нет, тройной, наконец-то начали пошустрее ящики. А нет, пять. Чего, мне трижды кнут добавили? Ну, ой себе вообще. Жезл и... Хотя подожди-ка. Прокачанный кнут, возможно, и неплохо будет смотреться на общем фоне. Да. На общем фоне, когда этот, как его... Когда прям он вокруг себя начнет постоянно лупить. Возможно, он будет что-то похожее на чеснок с Библии. Но он вниз не лупит, я знаю. А, крест, крест. Можно было бы, конечно, топор собрать, но ладно. Крест будет понужнее, по-моему. За 5 минут уже 14 левел. Да, чеснок, чеснок. МР. Тостер. Остался один слот под молнию. А почему один слот? Подожди, нет, не один слот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть слотов. Слотов 10 дается. Пью, 12 слотов дается. Они просто отсвечивают на фоне пола. Магнитосфера. Ну давай сферу возьмем, что. Чеснок. Да, у деда чаще чеснок выпадает. Явно. Когда, ну, другими персами только-только начинал, чеснока вообще не видел.
сколько трайв запустил, ни хрена. Пока не было. mr.costa. Я думал 6 для оружия, 6 для бафов. Ну, у тебя, видишь, сколько бафов упадет. Тут, видишь, сейчас все оружие падает. Потом бафы как бы падают. Ну, это все. Можно, по-моему, прямо иметь одно оружие. Допустим, у тебя есть один чарующий жезл. И ты его бафаешь, допустим, там с помощью томов, с помощью чего-нибудь там, клевера какого-нибудь и так далее. Увеличиваешь с помощью спина, шпина там мощь. И как бы вот. У тебя так и так несколько именований оружия собирается в любом случае. Рандом такой. То есть в прошлый раз что, у меня там несколько же видов оружия было. Сейчас то же самое собирается потихонечку. Давай еще жезл. Когда жезл прокачанный, он нормас. Чеснок. Естественно. Но мне кажется, все равно тебя на 29-й минуте тебя задушат в любом случае, если у тебя не прокачано вот на главном меню. Если у тебя оружие не прокачано и так далее, вот типа сила там, все вот эти плюшки. Если у тебя все оружие первого левела, тебе, ну, тебя просто задушат. Но, ну, плохо денег наваливают, когда ты проходишь хотя бы до 29-й минуты. Я думал, может, остальную толпу подожду. А хрен с ним, пошли том искать. Первый наверху, кстати, появился. Хотя, может быть, тут какая-то генерация есть. Сейчас, когда две волны на меня пойдут, по-моему, 10-я минута, можно будет остановиться и повпитывать экспы. Чеснок. Вот Эл, я не знаю, что это значит. Типа эволюционированное, что ли. Хотя причем тут экспа, точнее, причем тут чеснок и реген. Может быть, это типа вампиризма, знаешь? Типа от убитых у тебя восстанавливается здоровье. Хуй знает. Но эта версия, это 0.3.2, по-моему, версия игры сейчас, в данный момент. Так что, когда версия, думаю, выйдет 1.0, то предметов будет просто выше крыши, как и персонажи. Разные наборы врагов в каждом уровне нападает. Ну, так. Плюс-минус меняется. Непонятно, зачем они таким сложно сделали первый самый уровень. Библиотека попроще. Как крест. Ну да. Пентаграмма. Стирает все в поле зрения. Давай попробуем. Одноразовое. Ну, как это в Кастельвании было. Она даже так же нарисована, как Кастельвания.
Можно постоять, в принципе. Контролить только, чтобы босс не подошел. Причем пентаграмма, она это какого? Одноразовая вообще. Это странная штука. Что-то я так выкашивать начал. Вроде ничего такого особого не собирал. Давай крылья попробуем. Шустрее двигаться. Если что, за место можно будет свалить. Ну, либо вот этих. Библия, жезл, магнит. А, да давай, наверное, Библия. Оборона вокруг важнее. То есть, короче, пентаграмма все-таки действует, но очень редко. По-моему, тех, кого навалит, за них экспу не дают. Пентаграмма в конце пригодится по-любому. Да, жезл, давай. Как ни крути, все равно немножко разные билды получаются. То есть прям одно и то же ты не сможешь собрать. А потом, наверное, с обновлениями вообще нереально будет, наверное, такое одинаковых билдов набрать. Ну, соответственно, шанс дропа того же самого чеснока уменьшится. MR.test. Дубликатор тоже, кстати, тем. Ну да. Его только сейчас, кстати, да, начали давать. Он просто удваивает. Пентаграмма, том, бычье сердце. Уменьшает откат на 10 секунд. Как бы и то надо. И том нужно, чтобы быстрее стрелять. И пентаграмма так-то неплохо было бы. Блин, ну давай пентаграмму. Да, ну ты экспы не получаешь. Она расчищает вокруг тебя народ. Но это типа задел вам на будущее. А то мы так дали. MR.test. Сердце. Да рентген пока рановат. Мне вот пентаграмма интересует. Особенно в конце, она по-любому пригодится. Да там. Осталось тебе 20 секунд пожить. Ну, я не так часто буду давать, скорее. Да, вот это. Как вариант, можно, конечно, в ХП уйти. Типа, может быть, тебе повезет. Просто сохранить количество здоровья. Ну, не знаю, когда в конце там такой замес лютый. Когда ты сам себя ты не видишь. Хуй знает. Какого-то жирного персонажа бы не сделал, все равно тебя развалят. Тут надо вот конкретно, чтобы прям на площадь что-то расчищало. Крест давай. А теперь у меня появилось вместо них. Я думаю, дубликатор нам поможет. Может быть. А теперь, короче, у меня экспа появилась после исчезнувших всех этих мобов. Почему пентаграмма до этого не давала? Я не знаю. Может, глюк какой. А может, ее типа надо до второго левела минимум поднять, чтобы она экспу оставляла. Давай том. Короче, том и дубликатор.
это чисто вот на повышение стрелкового, ну, скорострельности, короче. Чеснок не дает, кстати сказать. По-моему, у меня он до сих пор второго уровня. Или четвертого уже. Ну, как-то так. Что-то из первых. Давай, с первых. Базовый. Я еще эксту подниму. Вот, теперь давай регена. MR.Fast. Корона не запустит. Потом. Сейчас я попробую в регену. Кнут, крест. Блин. Давай кнут попробуем. Теперь кнут. Библия. Бах. А где экспата? Ну ёпт. Короче, пентаграмма неплохо, но... Ты без экспы, короче говоря. На пару секунд все очищено, но ты без экспы остаешься. Я играю под бар. No hands, let's play, Зенка Саша. Я играю подбородком. Вот в эту игру ты играешь подбородком. Пирующий жезл. Давай его. Чеснок? По-моему, чеснок так выглядел. Качет. Да, пожиратель душ. Неплохо. На 15-й минуте максимальный чесночок словить. Ща мы как тут распинаемся. Пентаграмма, жезл. Блин, я даже не знаю. Пентаграмму давай. Жезл попадает чаще, чем пентаграмма. Тут вообще можно не останавливаться, он так выносит просто все. Ну, желательно джезл, конечно. Постою, попробую постоять прям. Ну да. Никто не подходит, все нормально. Зато потом сколько XP можно будет собрать. Эсмизенко Саша. Да, мне разработчик дал ключ, чтобы подбородком записать лекцию. Ну и как у тебя получилось? Кстати, было бы прикольно на танцевальном коврике в эту игру поломать. А, довольно-таки элементарно, как бы. А сколько экспы. Лютая лють. Давай Библию, наверное, еще. Так, я от сундука далеко не уходить. Это. Мега жезл. Блин, я не совсем понимаю. Подожди. Я просто, по-моему, жезл я максимально не качал. Хотя нет, качал. Я думал, то, что ты типа поднимаешь, ну, собираешь случайно какой-нибудь предмет, там, допустим, чеснок тот же самый. Он у тебя максимальный ног сразу же может выпасть там. Определенно, конечно, долю рандома. Может сразу же выпасть, но походу нет. Походу. Ладно. Дальше. Наконец-то шпинат. Ну охренеть. Давай его. Как раз он прокачанный.
По-моему, ведьмы кладутся быстрее, если я не ошибаюсь. Кстати, две имбы подряд собрано уже. По идее, это уже ближе к имбе. До этого почти час ничего, но подобно, ну, ничего интересного не собиралось. Блин, я не знаю, но давай кнут еще. Кнут не видел. Мне отставили экспу. Круто. Ип-ип-ип. Вот эти штуки, конечно, опасные. Они просто пол здоровья снесут. Вот Тантон. Он валяется. Берем. Давай чуть назад. Мне, в принципе, в такой раскатке можно вообще не двигаться. Еще минут 10, наверное, не двигаться. Ну, охота там и типа собирать, чтобы прям быстрее, быстрее, быстрее урон наносить. Бах. И босса убило. И ничего мне за это не дали. Ни сундук, ничего. Короче, пентаграмму не беру я больше. Хотя, блин, я не знаю. Пентаграмма неплохо, да, она чистит, но это в конце нужно. Ну ты, блин, без многих плюшек остаешься. Можно было бы что-нибудь прикольное собрать. Дай-ка назад. А чё, где все-то? Как-то пустенько. Артём Гордеев, я тебе мщусь, звоню во время стрима. А, ну у меня тем на беззвучный, кстати, здорово. У меня на беззвучный телефон поставлен. Давай, наверное, кнут попробуем все-таки. Артём Гордеев, ты же не звонишь на работу. Ну, я думал, у тебя там обед на работе или как. У тебя когда-нибудь на работе бывает, кстати, свободное время? Ну, просто чтобы взять, допустим, трубку. Я думаю, кстати, это имба. Имба очередная собрана. Да, вообще сейчас не двигаться. Сейчас на 20-й минуте как раз босс какой-нибудь будет. Все, ручки вот они. Игра сама себя играет. Артём Гордеев. Рек, ты по Денди теперь угораешь? Бля, если бы у нас такая игра была бы на Денди, я бы, наверное, просто, ну, не знаю, я бы из дома не выходил. Это на компе. В прошлом году игра вышла. Заебись так играть. Можно типа встать, короче, уйти, там, я не знаю, кофейка себе сходить налить. Потом уже можно экспу пособирать. Бах. Ну давай. Это мне за... За что, за босса мне навалили? Он же сдох вроде от этой, как его, от пентаграммы. Похер. Не, он тут еще сзади уже манны просто. Ой, не манны. Давай шпинат, наверное. Прокачанного шпината сейчас. Сейчас какой-то босс, по-моему, жесткий будет. Когда боски эти летели. С кем-то я там долго водался. Вот
можно прям двигаться на этом пятаке. Пенат. Магнитосфера, конечно, прикольно, пригодилась бы, но ладно. Движение, жизнь. Ну, как раз магнитосфера. По идее, пентаграмма надо и пустой том. Давай пентаграмму. Еще пентаграмму. Шпинат. Магнитосфера. Ебать, трюфи. 9 минут осталось продержаться. Пентаграмма. Это как раз самый синус, оно понесется. Давай-ка я тут вот постою. Блять, он собрал. Из-за магнитосферы он собрал. Бля, надо было там постоять просто и ништяк. Если бы какой-то лютый замес, можно было бы просто сожрать часики и все. А. Бац только и все. Почему он иногда оставляет экспу, а иногда не оставляет, я не знаю, как это работает. Шпинат давай. Прокачанный шпинат еще 5-го левела. Хер знает, может получится вывести в конце. Что такой ящик маленький? Дайте большой. Том. Том дали. Том, это хорошо. И без экспу я остался. Ладно. А, босс. Надо успел уже урона получить. Там я курицу видал. Я ее уже собрал, что ли, уже? Бля, или на следующем пролете она. Куру, куру забрали. Давай том. Десятый левел. 7 минут осталось прожить. 6,5. Магнитосфер. Пойдет. То, что надо. Там еще одного босса завалим. Еще что-нибудь дадут. Только где он? Я далеко от него убежал, походу. Где босс-то? Ладно. Я думаю, может где там попробовать на первый левел сходить? Вдруг повезет. Давай магнитосферу. Теперь можно просто постоять. Ах вы суки рваны. Пентаграмма подействовала.
Так, давай еще поставим. По-моему, в прошлый раз вот эти вот ведьмы чуть-чуть там, но уже могли меня попасть. Пентаграмма. Смотрим, насколько она максималки эффективна. Крест. Реген бы тоже не помешал. Слабоватый он. Боссу просто лютый урон прилетает. Да-да-да, вот, кстати, с ним был замес. Босс сложный, пентаграмма. Да. Тройной лутбокс, ништяк. Как раз реген дали и магнитосферу, плюс еще ускорение. Добро. Живем. Он просто все в округе возле меня собирается уже нормально. Ну, теперь можно и постоять, в принципе. Так же. Ничего мне не будет. А либо двигать и оттома искать. Сердце, да. Снова сердце. Ну, сейчас прям будут то же самое, как и в прошлый раз. Будут одно и то же давать. Видимо, игра сыплется на каком-то определенном предмете и начинает тебе только его выдавать в конце. Ну, последние 5 минут. Последние, наверное, пару минут тебе выдают чисто бабки на выбор, либо здоровье. Ну, все. Пошел финальный зачин. Сердце давай. Пентаграмма. Все-таки я думаю, пентаграмма в конце поможет. Когда вот прям просто не подраться будет. Нужно уже потихоньку ближе к низу держаться. И никого. Бля, пизда. Чуть только не заметил, уже сразу же пол жизни тебе сносят. Ну, можно постоять. Можно постоять, я восстановлюсь постепенно. Крылья. Такое себе. 3 минуты осталось. Бах. Я смотрю, что никто ко мне подойти не может. Сейчас игра докачает то, что не докачано во время сборки. И все, и потом будет выдавать мне либо бабки, либо здоровье. 2 минуты осталось. Бах. Пентаграмма штука неплохая, но все. Да, пока деньги. Чуть-чуть вниз иду. М
Пока бабки тоже. Снова деньги. Вырвался, да, походу, от кольца? Ништяк. Давай, еще одно кольцо. Бабки. Ну тут бот чисто атакует. Блин, я не заметил, я урона получал, нет? Толстя. Пентаграмма чистит, не дает много скопиться. О, тем она и хороша. Правда, действует долго. Кат у нее большой. Бабки давай. Блять, 20-40 секунд. Жесть какая. Снова бабки. О, хорош. Справа сундук, я к нему не пойду. Снова деньги. 30 секунд надо уже. Двадцать секунд. Бабки давай. Сейчас бы пентаграммку. 10 секунд. Пизда. 7 секунд я не дожил. Ай, жесть какая. Не, ну круто, круто. Второй раз подряд имба собирается. Давай, наверное, перекурчик. Сейчас я подойду. И еще раз. На часик. Давай, сейчас подойду. We'll be right back.
намутил кофейка. Чё бы нет? О, мне какую-то панду дали. Еще какую-то бабу. Кристин. Кавалло. А, это то же самое. Да, что-нибудь качнем. 1700 сила стоит. Кат. Чуть не хватает. Давай магнит тогда. Оп. Чуть не хватило. Я бы сейчас вдвое увеличил сразу же. Так, так, так. Прирост. Нет. Сколько реген? Тоже не хватает. Это черные сердца я практически не собираю, так что... Давай на рабавке оставим просто. С помощью деда можно много прокачать. Деда и библиотеку. Чеснок. И все, и можно постоять. Прям до 10 левела можно постоять. У нас же мобильные игры сами себя лобают. Тут то же самое почти. Библия. Клевер, крылья, шпинат. Шпинат. Попей кафе пока. Так вот, да. Давай Библию еще. До 10 левела можно не двигаться. Так, чисто рядышком собирать что-то. Но бдить тоже надо. Шпинат, жезл, пентаграмма. Шпинат и жезл, по идее, надо бы. Да, шпинат. Библия. Крест бы тоже не мешало. Ну давай попробуем вот просто сейчас вокруг себя максимально создать территорию непроходную. Ок. Кстати, когда не двигаешься, он более равномерно вокруг себя. Только вниз ушел или вверх. Остальной поток стекается. И тяжеловато потом пройти. Так что, лучше не дергаться пока что. Шпинат. Чеснок. Десятый уровень за 3 минуты. Всё, босс.
Надо с боссом уже на третьей минуте стоит отходить. Чуть-чуть. Вот давай попробуем, короче, огненный жезл, но только с пометкой на эволюцию, видимо, так, то что по шпинатам он сильнее становится, походу, я думаю, так. А чё это он? Ой, блядь. Я вовремя не отошел, он меня задамажил. Причем сначала мне урона не прилетало, а потом он меня закусил. Давай, крест. Все равно прямо в наглую, конечно, стоять это кощунственно. Кольцо молнии, наверное, да? Да, молния. Ну, то есть она кого-то будет вышибать еще на подходе ко мне. По дороге. Крест это более ближний урон, а чеснок для тех, кто совсем уже подходит. Блин, ну давай пентаграмму. Консенна помогает. Я вот тогда 7 секунд не нажил. Обида ебаная вообще. Единственное, что пентаграмма без XP оставляет. Но все равно без XP ты в любом случае не останешься. Они всегда на тебя бегут. Чеснок, да. Пока можно постоять. Крест или Библия? Давай Библию. Крест уже по возможности. Чё-то чеснока не дает. Чё постоим? Сейчас все равно босс подойдет. Чеснок. Честно, что будет после того, как ты 30 минут выживешь? Мультик покажут, ёпта. Как в этом байке-то ходили. Игрой, ну, игра-то это была, электроника-то, где волк яйца ловит. Ходили же байки, типа, когда там наберешь какое-то определенное количество очков, то в конце мультик покажут. То же самое, наверное. Стопудово, кроме надписи Congratulations, наверное, ничего не увидишь. Так, бот пошел. Да, молния. Что-то он не дохнет. Нож.
Надо побольше чем-то побольше стрелять нужно. Тоже неплохо, как раз то, что собираю. Так, давай тогда том искать, раз все расчистилось. Можно потихоньку в сторонку уходить. Чеснок. По-моему, если не мудачить и двигаться, то вполне можно имбу всегда сыграть. Чеснок, да. Давай-ка чуть-чуть назад отойдем. Можно постоять, в принципе. Не возбраняюсь. Я думаю, мне урона хватит постоять. Сейчас еще босс к тому же будет. Крест. Крест неплохая штука. Чеснок. Чуть было это, реген не схватил. То есть у нас босс мумия на третьей минуте приходит и на пятой. И уходит тут же. Ну это пентаграмма. Окей. Все надо как бы. Шпинат давай. Потом молнию максимально посмотреть. Прокачан. Я думаю, она тоже крутая. Но... Теперь по два летит ножа. Я так понимаю, следующий босс на 8 минуте будет. Сейчас посмотрим. Должна зеленка вот такая прилететь. Эй, вон. Покусали меня. Видимо, я недостаточно еще прокачан. Для вот этих чуваков. Ладно. ХПшечку возьмем. Да, у них жира много, ну побольше, чем это. Поэтому я его вообще пока не, этих чуваков не особо вывожу. Ну ничего. Сейчас какую-нибудь чесночину бы схватить и нормас. Ну или так. Блин, он все равно достал до меня. Ну от этих можно уже не гаситься, которые на тебя летят. Их назад откидывают. А вот эти челики что-то, я смотрю, пробиваются. Блядь. Нет, от бабочек тоже надо гаситься. Блядь, ну... Посмотрим, показалось мне или нет, что реген вроде как действовал. Да, действует реген. Не знаю как, вроде я его не поднимал.
Давай кольца. Ух. Как он меня задел, я не знаю. Урон начинаем получать на ровном месте. Расслабился, наверное. Чеснок. Хрен знает, ну либо у деда какие-то пассивки, короче, либо, ну я не знаю, но у меня сейчас почему-то хп восстанавливается. Само по себе. Слобок я не видел, чтобы что-то лечащее летело. Может быть, надо там, не знаю, определенное количество врагов завалить. Две минуты можно покурить. Шикарно. Кстати, еще есть какая-то музыка с авторскими правами. Возможно, из этого. Давай вот, наверное, корону. Возможно, музыка из Кастлвании какая-нибудь. Ну и все. Можно двигаться потихонечку. Так, давай, наверное, теперь не корону, а огненный жезл. Надо с чем-то стреляться еще. Дубликатор попробуем. Посох, конечно, был бы получше, но не прокачанный. Давай Библию. К боссу поближе. Честно, как чеснок против мумии помогает? Мумии же должно быть похер вообще на чеснок. Сокровище. Кстати, пятикратного лутбокса еще не давали давненько. Корону дали. Давай, давай, давай. Вот, вот эта вот заставка долго идет. Готово. Оу.
Там мумии я, похоже, до него уложу пока. Библия. Я чуть опять не напоролся. Короче, с мумиями поаккуратней. Блин, и шпинат бы не мешал, и огненный жезл бы тоже хорошо зашел. Давай шпинат, наверное. Шпинат все-таки прокачан. Наверное, почаще стреляться я потом качну. Если упадет, конечно. Ну, тут только чарующий жезл. Без вариантов. Она потихоньку задевает, я смотрю. Чеснок. Прорываются некоторые мумии. Интересно, эту игру можно считать за жанр Tower Defense? По идее, ты себя охраняешь. Кого? Также волны отбиваешь. Я думаю, тоже Tower Defense, наверное, что-то прям примесь. Можно приписать к жанру. А, шпинат, да. По-моему, уже пошустрее начал стрелять. Снова шпинат. Давайте. Давай, 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 ну быстрее. Шпинат. Рано потом. Пустой том. К тому же он эволюцию, по-моему, дает на жезл. Это пока не совсем понятно, как работает. Вроде как дает эволюцию дополнительно. Кстати, вот эти челики опасны, да. Ну, тут гадалки, не ходи, честно. Где все-то? Кстати, томат только наверху я пока только встречал. Давай-ка поверху просто идти. Все время. Скорее всего, так и есть. Внизу курица в основном, а наверху эти. Наверху там. Где жизни нет. Ну тут курица и... А нет. Может, рандом действительно? Скорее всего, родном. Вернее, сейчас отхилимся потихонечку.
Ну давай в пенат. Тут попадать уже наверняка. Да, босс на 8 минуте, это зеленка. А где ящик большой? Ну, вот лазу. Давай, давай. Просто собирай. Дальше пошли. Ебать, там сзади прется. А нет, хотя тут. Ебать, ебать, тут их с двух сторон прется. Сейчас замочил. Очень странно. Кто-то шмальнул меня. Так, да, мужик, подожди, стой. 1200 что-то там набралось. Я ж что-то хотел качнуть. Нет? О, на магнит. Все. Достиг максимальный уровень. Я знаю, может поможет. Сейчас сначала режим гипер вообще. Библия. Библия, чеснок. Давай, наверное, магнитосферу. В принципе, только самое начало. Оставлять что-нибудь я потом найду. Хотелось бы узнать, как тут реген работает. При каких условиях тебя отхиливают? То есть надо кого-то замочить, либо определенное количество, либо просто у тебя он работает, потому что он есть. А может быть прокачка действует, хрен его знает. Что это за чуваки? Какие-то грязевые монстры? Типа големы какие-то. Так, ну теперь, наверное, лучше крест. Экспом мы лучше потом будем учиться притягивать к себе. А то она уже, в принципе, прокачана.
Да, Библия. Я знаю, ну давай магнитосферу еще. Она не особо нужна. Но там штука, которая якобы замораживает на какое-то время, она, по-моему, действует с каким-то определенным шансом. Не всегда, короче. Тормозит. Да и смысл вот останавливать. Ему придется потому что подходить. Чеснок, да. Да, чеснок, как же. Да, большие ящики начнут падать. Дайте ящик большой. А, еще яиц подкину. Мошонку. О, выпала мошонка. Сектор мошонка на барабане. Да, Библия. Надо что-нибудь пострелять, я думаю, найти. Ну давай хотя бы кольцо. Сейчас уже он неплохо пригодился. Покер какой? Огненный, не огненный. Без разницы. Блин, ну тут по-любому чеснок. Кстати, вот можно вот тут вставать. Вот так вот. Они тут атакуют, получается, тебя, ну, с двух сторон. Фактически. Так, ну давай реген. Что делать? О, скорее всего, сейчас будет реген действовать. Это от того, кто сдох у тебя в этом чесночном кольце, короче. Я думаю, так. Что-то вроде вампиризм. Магнитосфера. Крест, крест. Оп. Там еще какая-то книга периодически пролетает вверх. Смотри. Оружие до хрена, но что-то новенького не дает. Я не знаю, может быть, на другие надо левелы сходить, либо других персонажей пооткрывать. Давай, наверное, дубликатор. Удвоим. Чеснок.
босс уже только что был, да? Я думал, кого-то не хватает. Кстати, надо бы этот. Да-да, надо хп поднимать. Маловато. Пошли, что поищем, поживиться. Блин, ну вот опять урона пролетела. Ни одного канделябра рядом нету. Что за хрень? Пизда вообще. Остатки жизни снесла. Сучка рваная. Так, ну, в принципе, качать-то нечего, не на что точнее. Давай посмотрим. Деда возьмем. Давай мы посмотрим, что. Вот гипер, что за хрень? Голд бонус 50%, удача 10%. Посмотрим, что за режим такой. Ага. Все ускоренное. Причем ускорены только чуваки, которые на тебя несутся. Ну и ты немножко, но все равно дамаг-то они одинаковые получают. Хотя, ну-ка, подожди. Малы. По-моему, ты стреляешь с такой же скоростью. Просто враги быстрее, и ты быстрее. Так можно, кстати, еще быстрее прокачаться. Правда, потом, я не знаю, как волны будут идти в конце в самом. Так прокачка быстрее точно. Давай, наверное, огненный жезл. Без Библии попробуем. Но без нее, наверное, тяжко будет вообще. Библия с чесноком желательно. Чтобы прям одновременно, чтобы наверняка. В принципе, одинаково, что я бы взял дубликатор, что я бы взял молнию. Разницы никакой. Расправляется. Да, чеснок. Молния еще. Thank you.
кто париться не хочет, на самом деле ее можно на атмане взъебать. И просто, ну, получать удовольствие. Можно просто стоять, у тебя жизни тратиться не будут, блядь, я опять подох какого-то хера. Не знаю, откуда прилетает. Постоянно, причем из-под тишка. Так, ну давай, дед. Режим гипер я включать не буду. Давай посмотрим, что за третий левел. 5 голды плюс 20%. Так, чисто. Поглядеть, что за уровень, да музяку новую послушать. Музыка очень похожа на какой-то уровень из Кастельвании. По-моему, Clock Tower называется. Качай, что сказать. Это стрелочка зеленая. Ну и что, долго идти-то будем? Давай, библию. Опа. А, ну эти точно штуки, вот эти вот, с зубами стреляющиеся, это точно костылевание. Я через таких там, по-моему, не было, со щитом. Ну вот такие были точно. Жира у нее хватает. Музыка на какую-то мангу похожа. Ну не мангу, там просто аниме. Че там за стрелка-то такая? Все, иду, иду куда-то, хрен его знает. Сейчас остальные догонят. Давай чарующий жезл. Это странный уровень. Мобы тут примерно одинаковые. Ну, в смысле, по жиру, хп там, просто они по-другому нарисованы. Да, тут надо будет обходить уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Нож. Ножи побыстрее стреляют, чем топоры. Чё иду, куда иду, нахрена? Ай-яй-яй. Бля, они ещё расходятся, не добежал. Я не знаю, что там в конце этого левела, но давай еще раз попробуем. Молочный завод. Серьезно? Чё он молочен? Не очень похоже, что тут молоко какое-то делает. Чеснок. Сейчас собирать нечего. Я там практически никого не убивал.
можно с этим делать? Нет. Я не успею посмотреть. Меня завалят быстрее. Печалька. Я думал, курицу хотя бы надымать. Отхилиться. Скорее всего, сюда надо идти как бы в течение всего уровня, на эту зеленую стрелку, прокачиваясь и не торопясь. А так ломиться, наверное, сломя голову. Хотя, в принципе, тут все равно, где бы ты ни находился, ну, на каком точке карты, мобы все равно вокруг тебя будут появляться. Две минуты уже спускаюсь на всех парах вниз, как-то иду. И ни хрена не да. О! Когда стрелка начинает заворачивать, то я где-то близко нахожусь к предмету. Правда, тут и мобов что-то до хрена. Так, по прямой теперь. Что такое? Да, зашибись. Шел 3 минуты, чтобы рыцарей встретить. Вообще ништяк. Ну вот как-то, наверное, так, да? 300 этих монеток у меня. Сколько остальные? По 750, короче говоря. Остальные все стоят. Видимо, с количеством открытых персонажей увеличивается потихоньку их стоимость. Ну, самое нормальное, это вот по мне так, это Имельда. С этим, с чарующим жезлом. Порта, это который на Лукарда похож. Ну и дед. Дед самый топовый, он с чесноком. Чеснок тут имба. Вот Дженаро, в принципе, неплох. У него плюс один наряд. Ну, то есть он два держала выпускает. Но им тяжело им начинать. Остальных не знаю. Чё кого. У этих какие-то. Получается больше снарядов каждые 20 уровней. Все равно за 30 минут ты максимум поднимаешь 60 уровень. То есть у тебя больше снарядов, то есть у тебя плюс один том. То есть 3 тома ты за уровень получишь с этим ковалом. Это, по-моему, панда. Кристин начинает с одним доп уровнем. То есть два рандомных предмета ты практически сразу же получишь. Такое себе. Получает больше снарядов каждые 20 уровней. Ну тоже, 20 уровней это фигня как бы. 20 уровней всего 3 раза ты получаешь. Имеет 25% к радиусу сбора, вот. То есть у деда уже магнитосфера, короче, есть. Правда, жизни поменьше. Магнитосфера и чеснок у него, так что. Поэтому дед рулит. Дедом можно просто стоять, у него, кстати, регенерация уже будет, потому что я ее вкачал. Дедом можно просто стоять и первые 10 минут ничего не делать. Желательно, чтобы у тебя рандом выпал на чеснок, тогда вообще будет тема-тема и все. Потом уже, когда первый босс появляется, тогда уже нормально. На втором уровне в библиотеке самое то качаться, больше вероятности то, что ты... Дойдешь практически до конца и заработаешь много монеток, чтобы открывать способности, улучшать, открывать персов и так далее. Так что вот, как-то так вот, такая игрушка. Она прикольная, как бы, так чисто, знаешь, сесть, расслабиться и ничего не делать, просто вот ни о чем не думая, фух, сидеть и потихоньку что-то ковырять, раскачиваться, мочить мобов без задней мысли. Вот. Совсем не напрягает всякими диалогами душными,
сложностью и так далее. Просто, ну, совпал рандом. В принципе, практически с любого рандома можно собрать хороший сет. Главное просто знать, что собирать, и все. И начальные какие-то, то, что предметы, которые тебе даются, топить с этими предметами до конца, а потом уже они хорошими становятся ближе к концу в любом случае. Будь там у тебя жезл или там огненная какая-то тема. В общем, так. Вот, на этом, короче, будем заканчивать. Игрушка прикольная, но я ее так чисто для ознакомительного стрима включил. Если она зашла и будем еще в нее лобать, вы тогда под этим видосом плюс в комментик ставьте. Вот. Много плюсов соберется, и тогда еще один стрим запустим, так чисто почилить на расслабоне. А то можно и побольше поиграть, там, я не знаю, 10 стримов хоть по ней. Это рогалик. Рогалики, они бесконечные, по идее. Обнову только качай, да и все. Обнова будет часто, я думаю, выходить. Там вот я посмотрел, когда скачивал вот эту версию, там, по-моему, обнов штук 20, наверное, вышло. Вот. То есть они часто выходят. Ладно, будем на этом заканчивать стрим. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Лайки, комменты, как там. Как угодно.